поздоровиться, уважаемые посетители канала. Хочется начать со слов песни. И если б судьбу знать бы заранее, что меж дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. И вот мы входим в тему. В интернете, конечно, огромное количество всевозможной информации на тему здоровья, личностного роста, там, благосостояния, пранаедения и прочее. Ну и лечение, естественно, болезней и так далее. Там иногда говорят, ну посмотри там то, вот, наверное, там что-то такое есть. Не возражаю, все может быть. И, я так понимаю, вы шарите по интернету в поисках достоверной, полезной, подходящей вам информации. В свое время, 1983-84-85 годы примерно, нечто подобное делал я. Правда, интернета не было. И вот в результате всего, так сказать, моего этого жизненного опыта, написание книг и так далее, родились «Основы здоровья». Вот эта книжечка «Основы здоровья». Можете на нее глянуть. И не хочу сказать, что доверяете мне. Ну вот как-то это, что-то такое имеете. Я вам рекомендую. Вот что читать? Это читать именно «Основы здоровья». Ранее были «Целительные силы», но я понял, они устарели. «Основы здоровья», кстати, тоже немножечко устарели, но там насчет кое-чего там. Но это именно та книга, которая дает знания по основам здоровья, которые вы можете применить для себя. И вот как раз я хотел бы по ней пройтись, чтобы вам показать, как бы сказать, положительные стороны, чем это книга может вас зацепить. Итак, мы с вами начинаем. Это «Удивительное путешествие». Книга вышла в 2000 году. И вот смотрите, часть первая. На чем должно основываться лечение, оздоровление и омоложение организма? Там сразу же вот так, знаете, так это самое. Интересно выделено. На какие жизненные процессы в организме мы должны влиять. В чем выражается это влияние? То есть сразу быка за рога берем. Идем дальше. Ну там текст идет, и я подчеркиваю такие как бы жирным шрифтом для себя, но я думаю, может и вам это понадобится. Вот смотрите. Человек, его организм является составной частью окружающей среды и связаны с ней огромным количеством всевозможных связей, по которым осуществляется между ними и средой обмен информацией, энергией и веществом. Ну дальше тут по каким связям это осуществляется, я не буду, так сказать, углубляться, я основное. И далее, по каждому из указанных связей обмена информацией, энергией и веществом между организмом и окружающей средой должно проходить оптимальные силы для каждого конкретного человека и гармонии поток. То есть вот эти потоки, которые входят, информация, энергия, вещества, они должны соответствовать, ну, будем говорить, каждому человеку. И причем соответствует так, чтобы организм процветал. Если он недостаточен, то не обеспечивает должную величину жизненных проявлений в организме. Если чрезмерно силен, то нарушает работу организма. Там поясняется это примером и так далее. И далее уже идет вывод. Я, как бы сказать, вам только, знаете, читаю вот это самое. Самые эти выводы. Делаем важный вывод. Изменяя различные параметры потока обмена информацией, энергии, вещества
между организмом и окружающей средой, можно целенаправленно влиять на жизнедеятельность и добиваться наилучшей работы организма человека в каждом конкретном случае. Ну, немножечко поясню это. То есть мы работаем со своим собственным умом, чтобы у нас не было депрессии. Мы работаем с физическим телом, грубо говоря, давая организму достаточную нагрузку, чтобы он хотел есть. И плюс мы еще питаем его нормальной пищей. Пищей той, которую может наша пищеварительная система переварить и вывести. Ну и придерживаемся распорядка дня, это так. Кратенько. Таким образом, мы с вами обнаружили естественные целительные силы сознания человека, нервная система, дыхание, пищеварение, кожная поверхность, иммунитет и мускулярное напряжение. То есть на что мы можем влиять, меняя, будем говорить, параметры человеческого организма. Вытекает понятие о резервах организма или о количестве здоровья. То есть об этом как-то... Где-то упоминается, но а что конкретно? А что конкретно? А вот тут конкретно, опять-таки, жирное только читаю. К первопричинам нездоровья и болезни относятся все внешние и внутренние факторы, которые нарушают силу и гармонию нормальных информационных, энергетических и вещественных потоков между организмом и окружающей средой, либо способствуют сужению и исчерпанию резервов. Способность организма, ну, грубо говоря, нарушает. Смотрите, у человека там сознание что-то там такое, знаете, забузилось, и он в депрессию упал, грубо говоря, да? Энергетически он просто-напросто ничего не делает. У него энергетика на нуле, то есть все у него атрофируется, грубо говоря. Ну, в конце концов, там неправильное там питание ведет к тому, что может быть там запоры, мопоры и так далее. Ну и еще о паразитах. Вот о паразитах я там... Как-то не особо. Там, на что мы можем влиять, там, на какие, как бы сказать, вот что у нас больше всего и от чего зависит здоровье. Оказывается, у нас 85% соединительной ткани от общей массы организма. И в соединительной ткани как раз накапливаются вот эти шлаки всевозможные. Там, грубо говоря, и паразиты размножаются. Все, то есть чистота. И правильное питание и, грубо говоря, обслуживание соединительной ткани вот, влияет на то, что у нас будет здоровье. К соединительной ткани там можно вот эта соединительная ткань, это и будет и жидкостные среды. Ну, примерно так. Почитайте. В конечном итоге любая первопричина своим следствием поражает, разрушает соединительную ткань. Отсюда возможен единый универсальный подход к лечению, оздоровлению, омоложению организма посредством разумного воздействия на соединительную ткань организма с помощью регулирующих шести связей. Сознание, дыхание, пищеварение, кожи, закаливание, как мощно влияет, да? Иммунитета и мускульных напряжений. Организма с окружающей средой, то есть с помощью регулирования шести связей организма с окружающей средой. То есть вот наше лекарство. Лекарство не в том, чтобы мы какую-то пилюльку приняли и думаем, ага, она там что-то сделает. Да, она может сделать. Но связь-то у нас нарушена. Человек, допустим, не гуляет на свежем воздухе, он не совершает достаточную физическую нагрузку, не дает. Ну, это так, к примеру, чтобы вам было ясно, понятно. На правах открытия, Миша, почему я этот самый светоч народной медицины, здорового образа жизни? Потому что на правах открытия я даю ей название «Медицина, восстановление и регулировки связи организма человека с окружающим миром». То есть я ж не зря академик народной медицины Узбекистана. А вы меня как-то принимаете как угодно, начиная от слесаря и кончая тем, что уже умер. Вот что такое здоровье человека, формулировка, что такое болезнь человека, параметры здорового человека, параметры нездорового человека в конце концов даются. А где это вы читали? Об этом, а где-то, да? Далее идет такая глава «Напутствие вступающему на путь самооздоровления». Человеку, вступающему на путь самооздоровления или уже занимающемуся этим благородным делом,
надо понять простую, но важную истину. Лечение, оздоровление, омоложение лучше всего получается у тех людей, которые в комплексе задействуют все целительные силы своего организма и окружающей среды, а не что-то одно, там, допустим, грубо говоря, керосин там, ага, там, допустим, там, противопаразитарку только, или еще там, где там на питание, другие там на медитацию, третьи еще. У комплексе это должно быть. Вот тогда и получаются результаты, которые нам бы хотелось. Надо понимать, запомните, самооздоровление не однократное мероприятие, а неторопливое, вдумчивое. Регулярная работа в течение всей жизни человека. То есть это, можно так сказать, вот Библия для человека, ведущего здоровый образ жизни. Это Библия. Заостряю ваше внимание, оздоровительная работа должна вестись комплексно и гармонично со всеми целительными силами, то есть связями организма с нежной средой одновременно. То есть здесь, ну, можно что-то вперед начать, грубо говоря, где-то начать там очищение, а потом добавить закаливание, а потом еще добавить, будем говорить, движение, чтобы все это там было. Срок этой работы – вся человеческая жизнь. Вот чем я и занимаюсь? Природой указан, а ты, знаете, перед вами сидит еще философ, мыслитель, сами знаете. Итак, природой указан один путь – нормализация, гармонизация связи организма человека и окружающей среды в течение всей жизни. То есть с помощью пищи мы налаживаем эту связь нормальненькую. Как только забухали, уже все. Как только начали курить, уже всего там разложили. Как только легли и не встаем, будем говорить, там диванный образ жизни, все. Как только у нас мыслителька начала это самое барахлить, то есть мы не справляемся, мы не можем контролировать свое собственное мышление, ну и пожалуйста, значит, вот это все это пошло. И мы это несем, ага, вот это нам сделайте. То есть вот она, медицина будущего. Она уже в настоящем, как правило, все будущее уже было давно в настоящем и даже в прошлом. Ну ладно, слагаемая оздоровительного процесса, вот как раз слагаемая, что, как это, что это. Далее, отсюда там, если будете читать, мы с вами естественно и неминуемо пришли к идее очищения организма. То есть вот как раз древние говорили. А что мы там древних будем слушать? Современная медицина, да, о, там что-то там, какое-то заболевание, ха-ха, да. Там мы вот сейчас коррекцию будем делать. Вот тут болит, да тут мы тебя вырежем, да и все. А, стендик, сейчас мы тебе это самое, вернее, это, стендик вставим и так далее, и так далее. А там организм загажен. Если его так, это знаете, не спеша разблокировать, очистить, да он будет как новенький. Не, это нам не надо, это надо. Итак, еще с древних времен, очень древних времен, значит, была такая идея. Мы с вами, естественно, и неминуемо пришли к идее очищения организма. Ну, там почитайте. Вот в чем заключается здоровый образ жизни человека. А то, значит, говорят. После того, как произведено очищение организма от грязи, соединительная вот эта ткань 85%, от паразитов, которые там копошатся, обитают у нас. Далее, необходимо с помощью разумного образа жизни поддерживать соединительные ткани, физиологические процессы на нормальном уровне, что равносильно поддержанию их во всем организме. Это достигается, внимание, посредством разумной регулировки потоков информации, энергии, вещества через площади обмена организма с внешней средой. С чем он там обменивается, вот так, об этом как-то вроде бы и знают, а вот как бы сказать, додумываться, чтобы это все соединить, ну, не всем, как говорится, дано. Через площадь обмена организмов с нижней средой. Сознание – это самое большое. Дыхание – дышим, пищеварение, кожа, иммунитет, да, чтобы у нас там всякие эти меньше паразитиков было, мускульное напряжение – потому что мы состоим-то из мяса, из мышц.
И в зависимости от того, насколько мясо у нас это работает, нам хочется есть, мускульное напряжение и соблюдение биологических ритмов, чтобы мы это все делали вовремя. Именно в этом заключается здоровый образ жизни человека. Но строго научная это самая формулировка. Так, далее, вот идут разъяснения, далее. Оздоровительный процесс и кризисы. Истинный процесс выздоровления человека проходит несколько стадий, одной из которых является обострение болезни, то есть кризис, после которого наступает быстрое выздоровление. То есть кризис – это выход болезни. Вот когда болезнь входит, сламывает наши все эти, знаете, барьеры защитные, у нас поднимается температура, озноб, а потом вроде как она там и вроде бы и прошло. То есть оно вошло, и оно там начинает потихонечку, грубо говоря, сидеть. А когда мы начинаем процесс оздоровления, то мы создаем такие условия, что эта болезнь начинает выходить. И выходит она примерно так же, как и входила. Кризис – естественно, реакция организма на очистительную процедуру или оздоровительное мероприятие. Какие бывают кризисы? Очистительные. Ну, тут вопросы, когда, что там и так далее, с примерами. Второе – оздоровительные кризисы. Третье – энергетические кризисы. Вот энергетические кризисы, они больше там связаны со всеми этими двумя, когда у нас, грубо говоря, в результате заболевания у нас отымается часть энергии, и все это, как бы сказать, организм скушивается. А потом, когда это все восполняется, у нас, как бы сказать, знаете, вот выброс этой, будем говорить, болезни с одной стороны происходит. И с другой стороны мы чувствуем, ага, о, наполнились, о, хорошо. Ну, примерно так, да. И плюс это еще связано с нравственностью. Вот нравственные кризисы, они проявляются в виде вот такого вот энергетического всплеска. Ну, поедем дальше. Примеры, естественно, примеры, чтобы это... Вот как раз четвертое, нравственные кризисы. Вот какие они там бывают. Общие выводы после вот этой, как бы сказать, части. Часть первая, на чем должно основываться лечение и так далее. Общие выводы кризисов очистительных, оздоровительных, энергетических и нравственных не следует бояться. Наоборот, приветствуйте их. Это вехи вашего собственного самооздоровления. Умело помогайте своему организму их преодолеть. Поголодайте 1-3 дня. Уменьшите общую нагрузку на организм. Ну, там, поберегитесь, то, допустим. Пейте побольше воды. Желательно воды талой. Поставьте очистительное. Можете сходить в баньку попотеть. Часть вторая. Очищение организма. Раскрывая тему очищения организма, давайте определимся, что нам необходимо очистить. И для этого необходимо сделать. Видите, сразу не просто так, ага, мы сейчас клизмочки делаем и все это такое. А вот что вот делает это очищение? Первое, в первую очередь надо создать в организме наиболее благоприятные условия для очищения, так называемое смягчение организма. Чтобы, то есть, вот эти шлаки, которые засели в соединительной ткани, они начали с нее, как бы сказать, выходить. Второе. Создав необходимое для очищения организма условия, приступать к самой чистке. Уже непосредственно делать процедуры очищения кишечника, очищения печени. Вот такая вещь я часто вам говорил, а потом как-то перестал говорить. Что такое смягчение организма и как его проводить? Чтобы понять сущность процесса смягчения организма и как его лучше осуществлять на практике, разберем ниже следующее. Первое. Состав человеческого организма. Второе. Свойства тканей этого организма. Третье. Влияние окружающей среды, пищи на свойства человеческих тканей. И четвертое. Свойства веществ, наиболее употребляемых в очистительных процедурах. Как это все соединить? Итак, первое – состав человеческого организма. Второе – свойства ткани человеческого организма. Тут как раз разбирается так называемый процесс превращения, сгущения. Вот как могут сгущаться
допустим, ну, грубо говоря, это лучше так вам показать, как может холодец, который, в принципе, грубо говоря, наше тело напоминает холодцеподобную структуру, как может этот холодец из такого вот объема вода испаряется или там уходит, высыхает, превращается в тонюсенькую такую корочку ксерогеля, так называемая. А потом, когда если мы начинаем водой все это дело растворять, у нас, грубо говоря, из носа, там, из гайморовых пазух и прочее, выходят стаканы соплей, гноя и так далее, Откуда эти стаканы возникают? Оказывается, это просто из-за того, что все это высохло, сжалось и так далее. Кстати же, в биологические жидкости, такие, допустим, как желчь и прочее, могут тоже вот так вот комплектоваться. Тут строго научно, что такое консервация, что такое коагуляция, третье влияние окружающей среды и пищи на свойства человеческих тканей. То есть вот у нас ткань, вот имеется наш организм. Из-за того, что мы, допустим, с вами просто-напросто находимся, грубо говоря, в холодном климате, у нас все высыхает и сжимается, да, примерно. Если во влажном, мы так чувствуем, ага, слишком много влаги, тепло, холодно, ну и так далее. Все это разбирается. Четвертое свойство веществ, наиболее употребляемых в очистительных процедурах. То есть вот тут как раз и о растворяющих веществах говорится. Какие там камнедробящие могут быть и прочее. Что мы там можем употреблять? То есть это должно быть разобрано, ясно и понятно для человека. То есть еще разок, Библия здорового образа жизни, можно сказать, учебник, как для высших учебных заведений, так и для пытливого человека, который хочет восстановить свое собственное здоровье. А не просто там где-то услыхал там от блогера та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, использовалась научная литература. Ну, естественно, и околонаучная литература. Использовалась, естественно, чтобы все это на практике работало. А не просто, знаете, можно написать какую-то красивую научную работу, преподнести ее. А на практике она пшик. Далее идет простейший вариант смягчения организма перед очищением. Опа! Видите, уже практика, вам советуется. Не только теория, вы понимаете, что надо сделать. А далее идет, а как это надо сделать? Очищение толстого кишечника. Первое. Почему необходимо начинать очищение через толстый кишечник? Второе. Очищение, восстановление, поддержание нормальной эвакуаторной функции толстого кишечника. Есть. Не просто так. Процедура клизмения описана. Далее, там даже применение очистительных клизм лицам, страдающим заболеванием ануса. То есть, ну, есть такие, да? Противопоказания тоже есть. Следующее. Очищение, восстановление функции толстого кишечника с помощью питания. То есть, не обязательно там клизмиться. Так как организм самовосстанавливающая система. То есть, если смотрите, вот взять. Вот эта вот стенка толстого кишечника, вот эта стенка, она сюда растет внутрь. И постоянно, когда проходит эти каловые массы, она случивается и выходит. Но в некоторых случаях этот процесс почему-то не особо. И вот как раз стенку, мышцы и нервы вот этой вот толстого кишечника, их-то надо восстановить для того, чтобы они работали. Они просто так, мы сделали клизмы и думаю, а дальше все само будет. Нет, ничего подобного. Что надо, дается питание, даются упражнения, какие, что, так далее. Далее тут даже дыхание дается. И вот такие эффективные советы для укрепления здоровья. А вреде слабительных, вот сейчас слабительные, тара-па-та-та-та-та-та-та-та-та. Ослабительное действует так, знаете, как бы сказать, подстегивая стенку толстого кишечника на то, чтобы он сокращался. В конце концов, эта стеночка высыхает, ослабляет, и она перестает реагировать на все эти посылы. То есть люди, которые длительно применяют, они уже знают, ослабительно они чувствуют, что они на них перестают действовать. Восстановление нормальной микрофлоры в толстом кишечнике. Вот сюда бы, я не знаю, тмин я добавил или нет. Очень хорошая вещь. Очень. Так. И далее. Симптомы
патологии, регулировка и признаки нормальной работы толстого кишечника. То есть, а как вы отрегулировали? А что? Че, как? Отлично. Я просто сейчас читаю, думаю, ты смотри. Написал такие. И написал, знаете, не просто вот я сел и написал вот эту книгу. Сначала это была брошюрка «Целительные силы», так знаете. Потом дальше, будем говорить, практика, мышление, что-то там получается, не получается. Ага, целительные силы. Целительные силы переделались еще, там раза два, наверное, я их переделал. Целительные силы. Какое-то время прошло, и я чувствую, что нет, недостаточно этого. Должно быть новый труд на базе целительных сил, но изложен. Совсем по-другому. Кстати, вот первым делом после очищения толстого кишечника, а лучше всего параллельно с ним, идет следующее очищение организма от паразитов. Вот смотрите, доктор Росси Андерсон сказал, я считаю, что самой недиагностированной проблемой здоровья человеческого общества являются паразиты. Я осознаю, что заявление это довольно смело, но оно основано на моем 20-летнем опыте с более чем 20 тысячами пациентов. И вот моя практика, вот уже мне уже 70-й покатил годик, покатил он уже. Считая от зачатия, чтобы вам ясно было понятно. Паразиты, куда ни кинь, паразиты. Вот недавно женщина написала, у двухлетнего ребенка аскариды, много аскарид. Что вы как-то порекомендуете, но при этом, вот как бы сказать, я боюсь, что они могут выходить через рот и так далее. А тут вы ответственность берите на себя, там, допустим. Что там вам к врачам, по крайней мере, есть же какие-то эффективные средства от этих там аскарид и прочее. Это мы тут, грубо говоря, дедовскими способами это делаем все. Но тем не менее, мы-то видим, что там валит. Паразиты питаются. То есть не просто, знаете, вот паразиты такие-то, а вот смотрите, что такое паразит? Существа, питающиеся за счет живых организмов растительного или животного мира и временно или полностью пребывающих на них или в них. Паразиты имеются, чем они питаются, распространение паразитов, заражение паразитами, симптомы, указывающие на наличие паразита в организме человека. Может быть, тут, как бы сказать, это самое, можно бы с учетом уже 23-го года пересмотреть этот раздел и там что-то дополнить. Ну, так я думаю, дополнить, конечно, всегда что-то можно. Плохая кожа, анемия, гранулемы, нарушение сна, скрежет зубами, иммунные нарушения, важные выводы. Далее вот тут интересные вещи, понимаете, не просто опять-таки это труд, капитальный труд. Ладно, смотрите. Профилактические мероприятия по очищению организма от шлаков и паразитов разных уровней должны проводиться регулярно и жирно выделено в течение всей жизни. Знаете, что по данным Госкомстата России, данные 93-97 годы, только в нашей стране от инфаркта ежегодно умирает около 700 тысяч человек, от раковых заболеваний 250 тысяч. Итого ежегодно разнообразные паразиты собирают урожай около миллиона человеческих жизней. Если вы не хотите попасть в их число, то очищайте себя и своих близких, и паразитов. Там как раз это самое. Почему там вот онкология и, допустим, что там эти инфаркты, как они связаны с паразитами? Это вы прочитаете здесь. Вы не думаете, что это благородное у меня там заболевание, инфаркт и так далее, там еще там это, ну на это там. На самом деле все. Грубо говоря, 99% от паразитов. Так, профилактика, что влияет на паразитов, средства от паразита. И пошла практика очищения от паразитов с помощью тройчатки. Что это такое, да? Важный совет, опыт автора.
рекомендации по питанию на время очищения паразитов. Далее, противопаразитарное лечение предложено Татьяной Зуневой, Абрамовской из Таганрога, гоняла паразитов, что, что и как. И так далее. Тут еще можно кучу добавить. Дальше у нас идет следующее. Очищение печени и желчного пузыря. И не просто, знаете, вот так, общие сведения о печени и желчном пузыре, а не просто мы там чистим. Да чего чистить, что делать, а что там, что делает печень, что там желчный пузырь, как это влияет на здоровье, как это связано. Понимаете, человеку надо разъяснить. Вот как раз сегменты печени. Итак, вот после того, как я все это там разобрал, где-то физиология официальная, анатомия официально, а не просто там бабушкины, там, грубо говоря, рассказни там о том, о сём, да? Выводы. Печень в организме человека является главным узлом, через который происходит поток обмена веществ между организмом и окружающей средой. Любые нарушения функции печени сразу же сказываются на этом потоке и вызывают многочисленные сбои в работе крови и лимфообразования всех видов обмена веществ. На иммунитеты, выделение и пищеварение. Так, кратко, без всяких. Болезни печени, желчного пузыря, так кратенько тут сказано. Вот как раз портальная гипертония. От того, что просто-напросто кровь нормально не проходит через печень, и в результате создается давление перед печенью. Ну, а давление создалось, значит, крови. А кровь застаивается, грубо говоря, в поджелудочной железе, кровь застаивается там во всех этих органах, там, и малого таза, и прочее, прочее, прочее. И они просто-напросто начинают хереть. Физиологические механизмы, использующие при очищении печени. Вот я разобрал. Ну, я еще тогда разобрал, ну, сейчас будем говорить. А что мы должны использовать для очищения печени? Вы знаете, я на, как бы сказать, на вот эту медицину смотрю, она там, грубо говоря, там куда-нибудь там влезем, что-нибудь отрежем, что-нибудь там вставим и так далее. Будто ничего другого нету. Оказывается, есть физиологические механизмы, которые можно использовать. Что это за механизмы? Описал. Откуда я описал? А взял большую медицинскую энциклопедию, то все, 5-10, опять-таки, физиология, как? Что? Чего? И пошел. И потом уже, когда вот эти все вещи начинают у тебя узнаваться и складываться, знаете, пазлы в единую картину, то можно уже говорить об очищении печени и какие механизмы там задействованы. Значит, наиболее простое, эффективное, распространенное очищение печени желчного пузыря. Бац! Так, двойная очистка печени, даже здесь. Практическая рекомендация по очищению и оздоровлению печени желчного пузыря. Уже дальше идут, да? А что после делать? Сколько раз и когда надо чистить печень? Вот. Питание после чисток печени и профилактика. Другие средства для укрепления функции печени. Какие упражнения? Вот они даны. И, наконец-таки, мы идем очищение коллоидных растворов организма. А что это за такая коллоидная вещь? То есть, вот это как раз мы и приступаем к очищению соединительной ткани, которой 85%. И все жизненные процессы между клеткой, грубо говоря, там, и пищеварением совершаются вот здесь, вот в этом вот участке под названием соединительная ткань организма. Она же, значит, межклеточная жидкость, так, ну и все там, там. То есть это своеобразная такая губка, в которая вот пропитана вот этой межклеточной жидкостью. Ее можно назвать лимфой, ну, вроде как я для себя выяснил, что это все-таки жидкость межклеточная, которая, пододвигаясь, грубо говоря, к протокам определенным вот этой вот межклеточной жидкости, начинает называться лимфой. И дальше уже у нас лимфатическая система. Кстати, я ее в газете разобрал для себя, что такое лимфатическая система, что и как. Газетки читайте мои. Так, быстрый способ, какие способы, дополнительный благоприятный момент, медленные способы, то есть всякое бывает, значит, можно быстро очистить, можно там медленно очистить, и что для этого надо задействовать. Вот даже есть комбинированное очищение
очищение коллоидов клетки и внутренних свет организма с помощью отвара хвои. Интересная вещь. Видите? То есть не надо там какие-то там деньги иметь, еще что-нибудь еще. Ну, вот. Надо иметь, будем говорить, такую рабочую информацию, которую вы можете задействовать. По крайней мере, хвои полным-полно. Далее переходим очищение полевой формы жизни. Что это такое за полевая форма жизни? С помощью чего можно сделать? Вот как раз циркулярное дыхание. Что это такое? Как оно выполняется? Там расслабление и так далее. И так далее. То есть это целая система мероприятий для того, чтобы мы могли с вами очистить нашу энергетическую составляющую, которая является как бы голограммой внутри нашего организма, от разного рода энергетических сгустков, которые там остаются, внедряются от наших же переживаний, эмоциональных, в основном, потрясений и прочее, прочее, прочее. Посмотрите. Если кому-то не ясно, ну, почитайте, как бы сказать, другие как-то источники, найдите для себя, стоит делать, не стоит делать. Я когда понял, я это чистил. Так, методики проведения очищения полевой формы жизни, вот как раз прошла. И наконец-таки все это вы прошли, то есть вы вычистили свой организм, грубо говоря, от грязи эмоциональной, от грязи физической, от грязи паразитарной и нормализовали вот эти все функции толстого кишечника, нормальные функции, значит, этого самого печёночки. Теперь как бы дальше пойдем. Значит, и вот как раз послесловие главным очистительным процедурам, очищению толстого кишечника, противопаразитарному лечению, очищению печени и желчного пузыря, жидкостных или коллоидных средств организма и голограммы полевой формы жизни. То есть еще разъясняется, что, что, как и для чего, в конце концов. Чтобы это в куче было, а то кто-то там, грубо говоря, узнал там из какого-то источника об этом очищении. О! А об этом? О! А должно все быть, знаете, в единой, стройной, гармоничной системе, чтобы вы понимали, разбирались. Мы приступаем дальше. Часть третья. Первая целительная сила сознания человека. Как говорится, был бы ум бы, улумом бы, был бы чум бы, ни при чем бы. Если у вас, грубо говоря, голова не варит, нету ни знаний, есть какие-то предрассудки, есть еще что-то, вы как-то оглуплены вот всем, всей вот этой жизнью, естественно, у вас ничего не получится. Но когда вы, грубо говоря, себя образовали соответствующим образом, сознание настроили, ну как я вот сейчас, видите, а? Есть на что смотреть. Вот, это самая первая сила. Чтоб вы там не переедали, а то отголодали, а потом опять там переедали. Потом что-то сделали, потом опять, грубо говоря, так же легли на диван там. Ну и так далее, так далее. То есть сознание, у вас это самое основное, что является главной, целительной и руководящей силой. Как в вопросах здоровья, так и в вопросах, естественно, вообще по жизни, успешной жизни. Я не зря вам говорю, жизнь свою можно сложить как мелодию, красивую мелодию. Ай-яй-яй-яй-яй, как видите, вот от всего этого. И соответствующим образом настроив сознание. Все это настраивается как инструмент, понимаете? Ну все это работает как. Ну и так, и вот смотрите, я выбрал и цитаты, там, допустим, Визали. Наука о строении человеческого тела является самой достойной для человека областью знаний и заслуживает чрезвычайного одобрения. И вот эти слова Визали, они вошли у меня. Я изучал и продолжаю изучать и практиковать все это. И как видите, получается даже 70 лет, ну ё-моё, 70 лет, а ты еще. Хотя до этого, ой, что было до этого. Так,
Значит, наша цель, работая с первой целительной силой организма, мы должны достичь следующих результатов. Не просто так, а как работает, а что работает? А так. Первое. Доброжелательное отношение к окружающему нас миру, людям и природе. Осознание важности собственной жизни в плане общего эволюционного развития своей собственной и вселенной, и нахождение своего места в жизни, реализация творческого потенциала, нормальная самооценка своей личности, не занижение и не возвышение, и достоинство чести. То есть не то, что вас там, ну я бы вас там утеряет. Постоянное преобладание приподнятое радостного настроения, как у меня. Отсутствие сильных отрицательных переживаний, которые коробят нашу сразу вот эту энергетическую установку организма, вот эту голограмму. Потому что она из энергии состоит, а мы тут вырабатываем вот эти эмоции, эмоции этой энергии, и она начинает ее крушить, грубо говоря. Навязчивых мыслей и усталости, навязчивые мысли, вот это вот депрессия, вот у меня депрессия, она со стороны, или там еще от кто-то, от каких-нибудь внутренних причин, то есть внутренние причины, ну, грубо говоря, сильно зашла ковка. От чего? До того же, опять, что сознание не работает, мы что-то там наелись или перенервничали, и у нас остановился толстый кишечник. И все, и шлаки, вот это все, что мы должны, грубо говоря, за неделю, запоры есть, недельные более, должны вывести через кишечник наружу, это все всасывается в нашу кровь и выводится через легкие и носоглотку, частично через кожу, если легкие носоглотка не справляются с выведением вот этого, значит, включается кожа, идет вонь от человека. И, естественно, это гнездилище всех этих микробов и так далее. То есть вы как бы говорите, гей, ко мне, микробы, грибки, гей, сюда, листы и так далее. Преобладание любознательность. Вот это вот очень хорошая черта, любознательность. Вы, ага, а это что, а это что, а как, так. Вот любознательность, она порождает... Следующий интересный феномен, к вам приходит энергия. Энергия, когда вы чем-то занимаетесь, чем-то увлекаетесь, что-то вас подвигает. То есть вот это как раз входит в понятие любознательности. И вы тогда эту свежайшую энергию потребляете. Особенно это развито у детей, деточек, они все любознательно. Это что дедушка, а это что бабушка, а-та-та-та-та-та. А потом... Когда дедушка и бабушка все это дело прошли, им уже ничего не интересно, они, грубо говоря, что-то там пожевали, легли, греются и так далее, и тому подобное. Все, у них никакого интереса, у них никакой энергии, и они просто-напросто доживают свою жизнь. Краткое изложение темы осознания. Я тут излагаю на нескольких страницах. И вот смотрите даже. Есть и далее такие делаются выводы. В качестве заключения к краткому изложению темы сознания дадим разъяснение. То есть я даю разъяснение. Физическое здоровье. Что относится к физическому здоровью? Психическое здоровье. Что относится к психическому здоровью? И, наконец-таки, духовное здоровье. А что такое духовное здоровье? На чем оно основано? Тема, знаете, это жемчужина моего изложения. Я сам для себя разобрал вот эту тему сознания и так далее. И поэтому благодаря именно этому я вот как-то стал совсем по-другому относиться к окружающему миру, более спокойно, понятливо. И в то же время я чувствую, возросла мощь моего мыслительного аппарата. Если бы сейчас писал книги, просто так в основном все уже написано. Ну, дальше пошли. Голограмма полевой формы жизни.
вот знаете, первое возникновение человеческого организма. Вот мы, знаете, я и по себе заметил, особенно по целительным силам, вот здоровье человека, как говорится, оно испортилось и так далее. А что до этого было? Возникновение. Как это все? И такие, знаете, такие эти самые данные научные. Ой, возникновение человеческого организма. Там в 1975 году был обнаружен феномен электроволнового фантома. Так условно ученые назвали душу человека. И дальше пошло. Вот это да! Так, но электронный вот этот фантом я называю голограммой полевой формы жизни. Это мощная энергетическая часть, которую вообще невозможно физически разрушить. Оказывается, энергетически именно с помощью своих же собственных вот этих мыслей, если мы не владеем своим мыслительным аппаратом, вот это вот эмоции и так далее, вот это можно сделать. Вот это можно сделать. Ладно, там это почитайте, я не буду останавливаться на таких вещах. Второе. Основные блоки полевой формы жизни и построения человеческого организма. Видите, как даже. Третье. Устройство полевой формы жизни с точки зрения древних мудрецов. Оказывается, уже они разбирали вот эти вопросы. Они их интересовали. Вот смотрите, как в трактате Вайдурья Онба говорится, интересно. Из собственной души появляется сознание с органами чувств. От земли мясо, кости, нос и обоняние. От воды, от первоэлемента, важно понимать. Это энергетическая субстанция, которую как раз вот это вот... Тут неправильно несколько идет перевод, на самом деле не из души, а из духа появляется это все, это самое. Ну, значит, из огня, тепло, цвет, глаза и зрение, из воздуха то, из пространства то. От прежних привычек способность к деяниям. То есть это говорит о том, что мы не то, что вот мы тут родились, и все мы вот, как бы сказать, одинаково тогда. Оказывается, нет, в зависимости от предыдущих жизней, какие у нас там были привычки, что мы там творили и так далее, у нас появляется способность к деяниям, наклонности. Вот у меня, например, вы меня смотрите, вот такие были привычки, я больше, как бы сказать, вот видите, чем занимаюсь. А другой человек на это все... Глубоко, так сказать, это самое. Глубоко. Так, устройство полевой формы жизни с современной точки зрения. Вот как раз тут, какие поля там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут, ну, ученые современные по своей, как бы сказать, со своей точки зрения это все обосновали. Что может быть? Ну, я привел и ту, и другую. То есть я не стал что-то свое, он такой, опа! Вот это мое. А я так обычно не поступаю, насколько вы знаете. Вот она древняя точка, вот она современная. И что можно взять отсюда, что можно взять отсюда и соединить в себе, чтобы это работало на вас. Вот что главное. Так, подробная характеристика каждого жизненного принципа. То есть мы наконец-таки добрались до жизненных принципов. Жизненные принципы лежат в основе индивидуальности человека. У меня вот такая индивидуальность, которая внешне выражается. Вот я на себя смотрю в экранчик этой видеокамеры. Выражается рост, вес, телосложение, глаза, там, лысина, форма там, грубо говоря, конечности, пальцев, форма там, лица и так далее. И, естественно, это все отражается на том, как работает внутри мой организм. Какие у него сильные стороны в зависимости от индивидуальной конституции, а какие слабые стороны. Видите, что? Вы уже заранее знаете это, а не просто там живете, хлеб жуете. Древние разобрали это все. Современное же учение с позиции этих самых сангвиник, холерик, там, флегматик –
это как-то, это, ну, слишком грубо и примитивно, и, ну, не отражает той глубины, которая была проделана древними уже по объяснению индивидуальной конституции человека, его особенностей. Значит, жизненные принципы, что они делают, конституция ветра, слизи, все это, оно, опять-таки, жемчужина, знаете, вот, вот если книгу сравнивать с ожерельем, то вот в ожерелье есть так, такие каменья особые, знаете, центральные. И вот как раз один из таких красивейших камней – это учение об индивидуальной конституции. Как определить? Пожалуйста. Вот даже эта самая анкетка, вы только дик-дик-дик-дик-дик-дик определили, узнали свои, так сказать, сильные стороны, свои старые, слабые стороны. И, наконец-таки, смотрите, мы, подводя итог индивидуальной конституции, вот выводы, только с учетом индивидуальной конституции подбирайте питание, средства оздоровления, нагрузку и многое другое, от чего зависит ваше здоровье. Индивидуальная конституция – это ваш путеводитель по жизни. Регулярно работайте над своими слабыми сторонами и не увлекайтесь сильными, и успех будет постоянно с вами. То есть вы индивидуальны. И, грубо говоря, не смотрите там, ну, допустим, там на меня или еще там на какого, на другого человека, который чего-то достиг. Вы возьмите, вот, как бы сказать, с помощью чего там он достигал, и можете ли это вы к себе применить или нет. То есть совпадает ли его индивидуальная конституция с вашей, чтобы вот, вот это все, так сказать, можно было как-то там сделать. А не слепо копируйте. У него совсем иная конституция. У него совсем иная карма. Мы об этом еще не говорили даже. И здесь как раз, по-моему, и не будет говориться о таких понятиях. Вот. Ну, и наконец-таки, мы подходим к побуждению. Вот эти, знаете, модное слово «инстинкты» в переводе означает очень простое слово «побуждение». Что, оказывается, нами движет, что побуждает любое живое существо поступать так. Почему у него приоритеты на том? Это как раз побуждение. Сильнейшее, это еще одна жемчужина, великолепнейшая. Стремление к творчеству. Вот даже такая вещь есть. Совесть – основа духовного здоровья и эволюционного развития человека. Но у нас отсутствует это понятие, знаете, либо так сказать, оно присутствует, но в какой-то ложной форме. И вот эта вот современная жизнь, которая сейчас на планете Земля, она и показывает, что вроде как совесть, да, мы там что-то, та-та-та, но куда вот эти все эти вещи нас привели, какой жизни? То есть, можно быть, знаете, может быть, жизнь даже сытая, может быть, значит, жизнь телесно здоровая, но вот именно в плане вот, вот совести, вы понимаете, что вот, а как-то устроено все несправедливо, и почему так, и найти в себе на основании, эта книга не просто о здоровье, а на основании, будем говорить, вот этой всей, как бы сказать, информации, найти в себе силы понять, как можно, не торопясь, без всяких эволюционно-кризисных процессов, знаете, сделать общество совсем другим, таким, в котором бы нам жилось хорошо, без разного рода королей, королев и прочих там этих самых. Ну ладно, значит, про совесть, кстати. Степень духовного развития. Вот степени духовного развития. То есть вы даже можете это, предложенный там это сам, по баллам, вычислить для себя. Ну, грубо говоря, так. Ну, примерно. Это нельзя там точно сказать, вот это да, это точно. Но хотя бы, знаете, вы составите о себе какое-то мнение. Это очень важно, чтобы вы
понимали, где вы находитесь. Далее, к чему приводит подавление и сдерживание нормально выраженных побуждений? Вот это как раз и приводит к тому, что начинаются процессы депрессника. Откуда? Откуда, понимаете? Ах, как я разобрал. Ай, как я разобрал. Ай да Генеша. Ай да... Так, выводы есть. А вот следующая интересная вещь, над которой, как бы сказать, ну, вначале я начал с этого, а именно формирование человеческого сознания. Вот я перед вами сижу. Вы можете судить по телесной форме. Смотрите, какой морячек, да? Там по энергетике. Ну и по сознанию, что вам говорю. А вот как формируется сознание? То есть люди, вот это психологи, там это так, где-то в большинстве только и говорят о том, что вот, вот так надо с сознанием работать, всяк надо с сознанием работать. А как она формируется? А я исследовал для себя. А как она? С чего она начинается? У ребенка-то нет сознания. Вот он родился. А потом она появляется. Что? Чё? Как? И как это начинает влиять? Ай да Генеш, ай. Далее, слагаемые психической активности человека и ее влияние на здоровье. И опять-таки беру Гёте цитату. Вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно. Так отчего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной? Интересно, да? То есть слагаемая психическая активность человека, ее влияние. Вот именно вот тут и начинается разбираться. А что такое настроение? То есть вот эти, знаете, все эти там термины, ну, давайте начнем. Так, первое, значит, составляющая психической активности человеческого сознания. Это чувственные ощущения, это мысли, образное мышление, эмоции, настроение, аффекты, так, страсть в конце концов. И все это разбирается. Речь, как она влияет и так далее. И вот, вот как раз, знаете, когда одно меня спрашивает насчет этого депрессника, у меня, знаете, ну ладно, не буду там говорить, что у меня от депрессника, потому что я разобрал работу сознания, и вот я вам прочитаю выводы. Так, психическая активность за счет своих составляющих, чувственных ощущений, мыслей, эмоций, настроения, аффектов, страсти, речи и так далее, может понижать, нормализовать, повышать, чрезмерно повышать протекание физиологических процессов в организме, что можно использовать в целях самооздоровления. Видите, как мы главной силой своего собственного сознания можем работать с собой. Пониженный уровень, велотекущие энергетические процессы в сознании, вот это не чувство нас не интересует, и слова называются депрессией, от латинского подавление, подавленность. Уровень энергообмена между сознанием и полевой формой жизни понижен, в связи с этим ничем не стимулируемые жизненные проявления крайне слабы. Это свойственно для вялых, безинициативных, пугливых и сомневающихся людей, у которых ущемлены или подавлены побуждения. Пребывание в таком состоянии опасно для организма человека тем, что он ослабляется и легко может погибнуть от внешних, от возникших на этой фоне болезни. Вот и все, к чему вас ведет вот эта депрессия. Мысли, чувства и так далее, и так далее. Нормальный уровень, нормально текущий уровень энергетических процессов сознания образуется тогда, когда удовлетворяются нормально выраженные побуждения. Поэтому надо проявлять активные качества своего характера, такие как смелость, напористость, гордость, инициативу, с тем, чтобы удовлетворять побуждения не и не отчаиваться в борьбе за их достижения. То борьба должна быть. А мы, не уважаем. И повышенный уровень энергетических процессов в сознании характеризуется резким,
ненормальным всплеском энергетического потока. То есть нить, если сравнивать с лампочкой, нить накала лампочки работает на пределе. Либо, что еще хуже, поддержанием его ненормально, его намного выше, чем необходимо для нормальной работы. Отчего человек выгорает изнутри, а провоцирует их хроническая неудовлетворенность, побуждение и сильный темперамент. То есть, чем больше у человека энергетики, он вроде бы здоров, но он сказал себе, я хочу вот эту красавицу, вот эту принцессу я хочу. А она как-то это самое, как-то не дается. И вот это хотение страстное, он вот это прыгает, дрыгает и так далее, в конце концов выгорает и все. То есть, чем сильнее энергетический человек, тем он сильнее себя разрушает. Характер человека. А вот теперь следующее. А как характер формируется? И далее идет связь характера человека со здоровьем. Потом пошли методики работы с сознанием. Так, что такое духовное здоровье, это уже мы говорили, да, на духовное. Что влияет на духовное здоровье? Там, допустим, молитвы, размышления, чтение духовных книг, беседы с продвинутыми людьми. Ну, например, со мной. Да? Нормально? Напишите. Так, далее идут, смотрите, такие, как бы сказать, методики, как бдение, обет целомудрия, обет молчания, смирение, затвор. Ну, это чтобы добиться там каких-то высоких духовных целях, покаяние. Второе, психическое здоровье. Третье, частные работы, методики работы с сознанием. Да? Пятое, работа собственной кармой. Ну, это описано, я не буду так углубляться туда. Смотрите, восполнение энергии и гармонизация жизненных функций организма. Первое, лечебный сон. Вот если вы правильно ложитесь, вот это как раз обо сне, что там, что там, вот изучивший Цицишвили, изучивший долгожителей Кавказа, отметил такой факт, что продолжительность сна у них составляет минимум 9 и максимум 16-17 часов, а в среднем они спят по 11-13 часов. Помещение для сна, перед сном, ну так далее, так далее. То есть вот она все, это постель, одежда, расслабление, методики там, чтобы расслабиться, надо, чтобы тепло было, методики там прогревания, самогипноз там для расслабления даже есть, что и как. Отдых на природе, аутогенная тренировка, это восстановление, укрепление структур полевой формы жизни, функций и органов. То есть я даже копнул там, а как это надо делать, с помощью чего, какие механизмы направить вот на это, а какие механизмы на это. То есть все это, как бы сказать, было. Я не говорю, что это я создал, но я обдумал, а где-то даже использовал, где-то даже убедился в этом. Ну, уж не буду приводить собственный пример, вы так его видите. Значит, аутогенная тренировка, что она там делает, как ее делать, как ее делать, вот она, подробное описание. Так, образно-волевые настрои или методика работы с программой полевой формы жизни. Григорий Николаевич Сытин, молодец, на научной основе, грубо говоря, те знания, которые были в народе заговоры, он это все... И плюс, естественно, там, так сказать, с научной там аппаратурой, как он там говорит, он это все использовал и создал словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием человека. А? Я его лично с ним знаком. Я знаю, какая у него энергетика. Хо-хо-хо-хо. Несмотря на то, что он 19 лет, по-моему, был инвалидом, получил ранение на Великой Отечественной войне. То есть есть за что человека уважать, и есть пример
которому можно подражать. Помочь человеку как можно ярче представить процесс исцеления, а следовательно более эффективное воздействие на программу построения полевой формы жизни. Ну, вот это все разбирал. И, кстати, вот это вот все можно использовать и используют там люди вот эти все, да, там. В методиках достижения поставленных целях. То есть как достичь желаемого. Что для этого надо сделать? Работа с умом. То есть все это было давно изложено. Но никто меня как-то сказать в этом отношении и даже не удостоил. Не, он слесарь, он мочу хлебает. Да ты что, он этот глупый человек с огородным там рыбом и так далее. А вот это богатство вообще. Жемчужины на этом ожерелье, ё-моё. А что ж вы не смотрели? Никто не скажет, что я академик, я уже вам и этот самый диплом показывал. Я показывал вам диплом и об окончании Института физической культуры и спорта. Но это не важно. Важно то, что я постоянно занимался и занимаюсь самообразованием. И пытаюсь воплощать. Так, на оздоровление и укрепление печени, кстати, вот он этот самый, настрой. Можете использовать. Как составить настрой, понимаете? Не просто, вот знаете, какие-то слова там забабахать, а что в начале. Что в середине настроя, что в конце, как этот настрой закончить, выйти. Не, вот там, послушайте, вот там какие-то там две девчонки что-то там рассказывают и так далее. Ё-моё, я просто это самое. Да, и далее идут не просто это, а и только раз, знаете, и пример подтверждающий. Как это? Произвольное мышечное поражение и так далее, очищение полевой формы жизни от прежних стрессов и их следов, там медитация, методика проведения оздоровительной медитации, программирование новой информации, выход из медитации, то есть. Ну что, я немного наговорил, может оставить на следующий раз. Или кратко как пробежаться. Смотрите, вторая часть. Четвертое, вторая целительная сила дыхания. Общие сведения о дыхании. Что это такое? Кратенько пробежимся. Детализация процесса дыхания. А как же мы это? Клеточное дыхание. Видите, мы думаем, вот тут мы дышим. А оказывается, клеточное дыхание. Методики работы с дыханием по нормализации внутренней среды организма. Метод Бутейка описан. Подробно описан. Что тут у нас? Примеры пошли. Дыхание через трубку, дыхание зародыша, методики работы с дыханием для увеличения общей энергетики организма, метод Стрельниковой, подробно описано, комментаторы, йоговское дыхание, сатнам, великолепная вещь. Бхастрика пранаяма, как делать, что такое, рекомендации. Третья целительная сила питания. Вот тут я уж развернулся. Общие вопросы по пищеварению и питанию. Такие вопросы, вот смотрите, тема первая. Материальные и энергетические компоненты питания человека. Вопрос, для чего человеку необходимы энергетические и материальные компоненты пищи? Вопрос, где и как происходит поглощение, транспортировка и усвоение энергетических и материальных компонентов пищи? Ну, смотрите, умение задавать вопросы, и это уже позволяет вам правильно искать на них ответы. Тема третья. Особенности пищеварительной системы человека. Это, знаете, такое бриллиантище.
вот на ожерелье вот этой вот книжки. Бриллиант. Глава 3 о пищевых продуктах и правильном приготовлении пищи, введение, что, чё. Глава 1. Общие вопросы по пищеварению и питанию. Тема 2. Сознание человека и пищевые привычки. Вот у Сержа, почему не получается у него питание? Да потому что он вот это ничего не знает. Хотя бы когда человек узнает, он тогда понимает, где, что и как, и начнет использовать. Вопрос. Как сознание человека влияет на пищевые привычки человека? Вопрос. В чем заключается вред различных пищевых пристрастий человека? То есть я писал сначала вот так. То есть несколько вариантов было написания информации там, по питанию, пищеварению и так далее. И вот так они были. И вот так. И в конце концов я решил, ага, а вот теперь по вопросам еще пройдемся. Прошелся по вопросам. Тема 3. Особенности пищеварительной системы человека. Вот, что происходит, вот вопрос, каковы главные блоки пищеварительной системы человека, какие процессы происходят там? Рот и зубы, желудок, тонкий кишечник, поджелудочная железа, печень, тонкий кишечник, роль микрофлоры в пищеварении, роль брюшного мозга и кишечной гормональной системы в пищеварении, оказывается, вот такая есть. То есть это как раз отвечает на то, что мы строим свое тело и приспосабливаемся к окружающим с нашим влиянием, смене погоды, вот этого, знаете, сезонным влиянием, с помощью питания, посредством вот этих вот механизмов. А если нас за счет логистики что-то свежее доставляют там с Южной Америки, или там с Индии, или еще откуда-то, то есть вот эта вот система как раз брюшного мозга и перестает согласовывать организм человека с внешней средой. И, пожалуйста, и тогда человеческий организм становится, так как он сделан из пищи вот того региона, который находится в Южной Америке, в Африке, там, в Индии, в Китае или еще где-то, да, он становится чужеродным. И поэтому возникают вот такие вот вещи. О! Как эти самые дикие животные. Да они постоянно на свежем воздухе и не болеют. А мы... То есть вот эти механизмы разъяснены. Толстый кишечник. Что там происходит? Вопрос, как в целом работает пищеварительная система человека. А? Серж, ну-ка, накинься на эту книгу. То, что тебе надо. Вопрос, как регулируется потребление пищи, в чем разница между чувством голода и желанием перекусить? Вот она, чтобы узнать, где же это самое, ты переедаешь и не понимаешь, где ты переедаешь, что ты переедаешь и никак не можешь уловить этот процесс. Имеется ли различие между пищеварительной системой человека и животных, в чем они выражаются, что такое видовое питание? Многие слышали, видовое питание, что, чего и как. А это? Вопрос, почему питание людей, проживающих в разных регионах, так сильно отличается друг от друга? Вот смотри, там, как раз, по-моему, два дельфина говорили. Вот логистика, да? Логистика, все ясно, все налажено. И люди живут в Якутии. В Якутию туда бананы, апельсины, та-та-та-та-та-та-та-та. Это же свежее питание, ну, по логике там староедов, по логике, значит, того, что там ферменты и так далее. И чё? Эти все эти якуты вымрут. А у них там, грубо говоря, там жир, мясо, там рыба, жирная пища. Это как раз для них то, что надо. Видите, как это... И опять-таки с помощью пищи мы строим тело. И значит, это тело становится частицей этого региона. И естественно, грубо говоря, вот эти все повреждающие внешние факторы и прочее, не так повреждающе влияют на него, потому что оно сделано из этого. А если мы тело составили из совсем других продуктов, то, естественно, сразу же загнуться. Так, как и сколько пищи надо или можно употреблять в течение дня? Серджио, твои вопросы.
Ну, дальше пошли, в чем заключается вредность кулинарной обработки продуктов питания, тут вот с позиции вода, падение энергетического потенциала пищи, энзим и так далее. Вроде бы хорошо, но вот именно народная мудрость, она показала, что вот эти продукты, надо вот так и сяк там подвергнуть такой-то там обработке. Да, может быть, они не свежие там будут, и с точки зрения там ферментов и так далее, послабее действуют, но зато с учетом климата, с учетом того, что, допустим, летом имеются эти продукты, а зимой их надо как-то сохранить, вот это уже, знаете, какой-то компромисс получается. И в результате вот эта вот народная кухня, она как раз и показала то, что надо. Но тут различные, знаете, вот эти вот сырая растительная пища, что такое специфическое динамическое действие пищи, а потом пошли вот это вот сочетание пищи и так далее. Кстати, о сочетании пищи, уже нам говорили с далекой древности, то есть люди там на практике в один прием пищи употребляли там, допустим, грубо говоря, там кислое молоко и там, допустим, квашеную капусту или еще что-то там такое. Естественно, у нас происходило расстройство пищеварения, они уже очень далеко, они выработали рекомендации, какие продукты с какими нежелательно сочетать в одной трапезе. Так, тема 4. Рекомендации по налаживанию пищеварения. Вот так. Что надо делать, чтобы нормализовать? Пошла рекомендация, пошла. Пример, пошла. Вопрос, как осуществлять переход на правильное питание? Та-та-та-та-та-та-та-та. Как восстановить работу кишечных сфинктеров? Сфинктер – это заслонка, отделяющая один отдел пищеварительной системы от другого. Например, между желудком и двенадцатиперстной кишкой, между тонким кишечником и толстым. Есть такое. Каковы критерии нормальной работы пищеварительной системы? Вопросы, глава 2, по индивидуализации питания. Пошло. Рекомендации основаны на генетических особенностях пищевых продуктов. То есть ко всем вот этим, вернее, до того, как были, грубо говоря, изобретены вот эти все микроскопы, там, вот эти вот придуманные эти микроэлементы там открытые и прочее, люди, лекари, целители древности, аюрведы, они ориентировались совсем по иным параметрам. И все прекрасно работало, именно это. Как только мы эти параметры вот так вот отбрасываем, а вот это, о, новое, да ты что, ферменты, надо все свежее, зимой там морозяки, допустим, этим самым, в Якутии там местным жителям там есть, они поедят и замерзнут, заболеют. Казалось бы, мы даем лучшее, вы должны быть здоровы, о-о-о. Оказывается, не то. Вкус пищи, как влияет? Это ж не просто вкус пищи, я уже об этом много рассказывал. Как с пользой для себя применять рекомендации о вкусах пищи? Влияет ли форма, естественно, продукта, либо какая-либо часть продукта, его консистенция на организм? Оказывается, это тоже влияет. Как можно применить для себя рекомендации по форме и консистенции продуктов питания для того, чтобы исцеляться? Вопрос. Расскажите об информации климата и местах произрастания, которые заключены в продуктах питания. Вот о чем я до этого говорил. Растение все собирает, а мы, поедая его, все это встраиваем в свой организм. Много, я просто так пробрасываю. Как вкус, цвет влияет на организм человека. Как можно применять разные по силе воздействия продукты? Сила воздействия еще, видите? Тема 2. Индивидуализация собственного питания.
Расскажите о механизме воздействия пищи на жизненные принципы организма. Опа! То есть с помощью пищи мы даже можем вот так себя регулировать. Слабые жизненные принципы укреплять, сильные, допустим, понижать, чтобы не было перекосов. Что, что, как сказывается, это очень интереснейшая тема, потому что жизненные принципы так или иначе норовят вылезти через наше сознание, проявиться в чертах характера. А если мы с помощью питания раз-раз-раз, у нас и характер может поменяться, я уж о здоровье молчу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Диета и пища, увеличивающая жизненный принцип ветра. Ай-яй-яй. Диета и пища, увеличивающая жизненный принцип слизи. Вопрос, расскажи о том, как правильно питаться человеку с учетом ранее изложенного и с учетом собственной индивидуальной конституции. Питание для ветра, для желчи, для слизи. Апа! Закончилось на странице 306. Глава 3. О пищевых продуктах и правильном приготовлении пищи. Теперь не просто, а теперь уже пойдется о продуктах питания. Вот она целебная кулинария. Вот она где, что, как. Как влияют эти самые фрукты, ягоды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот крыжовник, рябина, напитки. Я все это пробрасываю так это самое. Быстренько. В какой посуде лучше всего готовить пищу? Что известно о приправах для здоровой пищи? Ай-яй-яй-яй-яй, вот они приправы, что все как? Как этот майонез здоровый сделать? Ай-яй-яй-яй-яй. Как правильно приготовлять салаты? Вот она, ай-яй-яй-яй-яй. Красота, просто красота, знаете, вот это вот все, это ж не только я ж все это ж сочинил, надумал, это ж народная мудрость, а я просто от нее, знаете, балдею. Я просто купаюсь в этой информации. А уже сама по себе информация, вот, грубо говоря, будете читать эту книгу, она начнет вас оздоравливать. Серж, можешь ложить эту книжку под подушку и уже будешь здоровить. Так, котлеты из проросшей пшеницы. Ай-яй-яй, ячмень, надо горох, все это, видите, это сыр, свинина, мясо зайца, маточное молочко, как, что, съедобные дикорастущие растения. Ну, книга богатейшая. Заключение. Итак, на странице 398 начинается часть 6, 4 целительная сила, кожа. Опять-таки введение. Что такое там закаливание, механизмы закаливания, холодовое воздействие, как оно действует, да, тепловое воздействие на организм и процессы, активизирующие этим воздействием. Контрастное воздействие, реакции организма на закаливающие процедуры. Общие рекомендации по проведению закаливающих и водных процедур. Вот она, видите, в одной книге собрана. Описание закаливающих процедур, какие: обливание, зимнее купание, моржевание, снежное пробуждение, парная процедура, как делать, что делать, водные процедуры, механизм до развития водных процедур. Вы такое слышали? Растворяющий и удаляющий механизм водных процедур. Ванной сенной трухи. Так. Водные процедуры, нормализующие кровообращение. Кстати, сегодня я там хлеб покупал. А женщина говорит, у меня тут давление, то все, 5-10. Она говорит, можно что сделать, можно то сделать. Не, какие таблетки? Выпить и все. Ну, раз. А говорю, походить там специально. Вот знаете, она говорит, да я тут столько нахаживаю, что это. Вот одно дело, вы на работе там топчетесь, это одна, как бы сказать, нагрузка. А другое дело, вы специально вышли и прошлись для того, для своего собственного здоровья. Это совершенно иная нагрузка. И вот то, что вы делаете, грубо говоря, как грузчик качается, вернее, это самое, ящики разгружает, ему говорят, пойди в спортзал, потягай железо, у тебя мышцы вырастут. А он скажет, да зачем, я эти ящики постоянно тягаю, видишь, что-то особо ничего не вышло. Такого экстраординарного.
водные процедуры, нормализующие кровообращение, скипидарные ванны, ай-яй-яй-яй-яй-яй, как согревание действует на организм человека, ля-ля-ля, ай-яй-яй. Пятая целительная сила – иммунитет, часть седьмая. Общие сведения об иммунитете, что, что, где, как, свое, чужое и так далее. Строго научная информация. Что ослабляет иммунитет? С помощью чего можно укреплять иммунитет? А то вам напишут, а вот, допустим, имбирь, он там укрепляет, ешьте больше имбиря, там еще что-то, как будто это самое, что-то со стороны там дали, она там укрепит. Ой, в какой-то мере это, конечно, подействует, но не так, как вы думаете. Далее, голодание в лечебно-оздоровительных целях, разъяснение понятия голодания. И пошло описание процессов, которые происходят на голоде. Я это так быстренько пробрасываю. Не буду останавливаться. Это почитайте, столько мы об этом говорим, когда лучше выполнять клизмы на голоде. Но столько вход в голодание, комментарии идут, примеры идут, правильное проведение 24-36-42 часового голода. Вот это вам и надо. Вам надо набраться опыта. Опыта вхождения в голодание, прохождения, выхождения и... В соответствии с реакциями вашего организма, все это дело применять. Понять, как это работает, применять и получать положительные результаты. Если этого не знаете, сразу, тут и ошибки во время выхода из голода, порочный образ жизни после голода. Вот Серджио, наш любимый Серджио, что он там нам показывает? Голодал там, вышел и опять пошло-поехало. Так, заключение. Ну, идет вот такая большая, как бы сказать, наверное, дополнение о свойствах трав и влиянии их на здоровье человека. Вот какие травы, как они влияют, когда что там собирать. Угу, закончилось. То есть про травы большущий раздел. Травы, свойства и применения, аир, допустим, сбор, как оно влияет, что он делает. То есть целый, как бы сказать, травник уже в этой книге, видите, и травник. Крапива применяет так. Огромное количество. Ну, по крайней мере, знаете, те травы, которые на слуху у человека, вот, которые применять, которые мы можем получить, они не какие-то там, растения, о которых много слышали, а их у нас и днем с огнем не разыщешь. Фиалка, подходим к концу. Ятрышник, кстати, я ятрышник ел. Но вот какого-то такого ощутимого результата я не добился. Хотя ел. Так, часть 8, 6 целительная сила, мышечное усилие. Движение. Опять-таки, все разъясняется, как, что движение это делает, вот ходьба, бег, насколько они положительно влияют, упражнения с отягощением, кстати, не то гравитационная гимнастика или изодинамическая гимнастика, все. Профилактика и лечение заболеваний позвоночного столба. Вот это я, знаете, вот там, да, это работает, вот эти упражнения работают, но их работа, грубо говоря, в 100 раз менее эффективно, чем изодинамическая гимнастика, которой я занимаюсь. Благодаря которой я энергетичен, здоров суставами и с этой самой даже. Далее. Часть 9. Приложение. Приложение 1. Биоритмология. Суточные биоритмы. Как они влияют? Что это такое? Функциональная биология организма в соответствии, что когда активно, влияние Луны на суточные ритмы.
отражение погодных условий на здоровье человека, недельно-месячные биоритмы, месячные биоритмы, ой, фазы, мазы и так далее, распределение оздоровительных мероприятий в лунном цикле. Если вы, вот, допустим, спортсмен, и начнете заниматься по лунным фазам, это совершенно иной, более осознанный и более эффективный метод тренировки, нежели вы так занимаетесь вот так вот по самочувствию или еще там как-то. И не понимаете, почему вот здесь было лучше самочувствие, а там хуже. Кстати, я не применяю, хотя я это писал. Но думаю, знаете, вот в любом случае надо вот информация, чтобы она вошла в тебя и начала работать, и ты исследовать, надо вот, помимо того, что ты проникся, еще вот эта самоорганизация и самодисциплина. Это опять-таки работа с сознанием, с первой целительной силой. Будет сознание, будет здоровье и благосостояние. Не будет сознания, знаки зодиака и питания, кстати, интересно есть. Можно, так сказать, что-то от этого взять. Приложение 2. Уринотерапия. Да? Многие об этом слышали, многие применяли. Примеры, все как. Методики использования, что-то, методики, тара-та-та-та. Примеры. Приложение 3. Как создать свою собственную систему оздоровления. То есть логический итог этой книги, этого ожерелья, заключается в том, что все эти знания, вот вы когда более-менее так это самое, вы могли применить для себя, для собственного лечения, для собственного оздоровления и так далее. Так что, чё и как? Рекомендации для лиц с выраженными конституцией: ветер, желчи и слизь. Ну и приложения дальше пошли просто: жесть, раковины, как выполнять промывание, то есть не клизмы, это должно явиться, знаете, как бы сказать, фишкой, это должно явиться чем-то таким модной процедурой, как сейчас там сухое голодание там, и так далее, вот это должно явиться наимоднейшей вещью, когда вы пьете воду подсоленую, и с помощью определенных движений пропускаете ее через желудочно-кишечный тракт и вымываете. То есть без всяких клизм. Вот это вот что-то как-то это не освоит. А это супер. Общее заключение. И вот, наконец, общее. Итак, я рад, что впервые для широких масс населения появился целостный труд, а вернее наука о том, как надо правильно заботиться человеку не только о своем здоровье, но и о жизни. Для целостного восприятия он дан в виде одной книги, которую можно переработать и дополнить, но этот написал только самому автору. Ну, я думаю, туда дальше могут и другие, конечно, дополнить, переработать и так далее. Но в данный момент, вот смотрите, желаю вам успехов в освоении прекрасной науки о человеке. Значит, переверстано мной 28 мая. О, смотрите, а сегодня 27 мая 2018 года, то есть 5 лет прошло. То есть я еще ее там это подпереработал. То есть первоначально она была выпущена в 2000 году и переработана, смотрите, уже в 2018 году. То есть я поэтому я смотрю, думаю, где-то раньше были изъяны, оказывается, я их уже восполнил и забыл об этом. Вот вам целостный труд. Пользуйтесь на здоровье.